днем рождения, любимый. Желаю тебе безумного счастья, чтобы жизнь у тебя была разноцветной, яркой и солнечной. Держись всегда только за все хорошее. Никогда не стой на месте, и пусть у тебя глаза светятся от счастья. Пусть у тебя все-все осуществится так, как хочешь ты. Никогда не останавливайся на достигнутом. Креативных тебе мыслей и поступков, которые помогут реализовать самые невероятные идеи. Оставайся всегда таким же добрым, сильным и неповторимым. Летай со мной в темноте. Дорогой, я бы хотела с тобой вспомнить страны, где мы с тобой побывали. Я сейчас как этот синоптик, знаешь, как погода тебе указывает. У нас сегодня в стране облачно с прояснениями, немножечко осадков. Мы с тобой побывали в России, а именно в Москве, в Питере. Мы с тобой побывали на севере, в Швеции. В Финляндии мы с тобой не были. Были с тобой в Риге. Были с тобой в Германии. Мы ездили с тобой в Амстердам. А еще мне бы хотелось с тобой побывать в одной стране. Эта страна находится в Евросоюзе. На территории этой страны находится 155 памятников наследия ЮНЕСКО. Страну, где ночью запрещено находиться на пляже, потому что ты получишь штраф 1000 евро. Страну, где 75% территории занимают горы. Этот народ не кричит и не ругается, они так разговаривают. Все три действующих вулкана находятся именно там, если брать Европу. Попробуй угадать. Варианты ответа. А. Испания. Б. Греция. В. Италия. Г. Португалия. Правильный ответ. Мы едем в Италию. Наше путешествие начнется в Риме, а о более подробном маршруте я расскажу тебе лично. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в Каи, я выбираю жить в Каи. Подробном